Друзья, здравствуйте. Хочу поделиться с вами такой вот радостью с новым жильцом моей коллекции. Это бульбофилом бекари или бекари. Может, если как правильно, поправьте меня. Вот такой вот красавец пришел с Индонезии с такими красивущими листами. Естественно, природник. Видно, где-то собран из лесу. Такой вот блок, весь поросший папоротником. Имеет раз, два, три, четыре листа. И тут растет дить. Здесь еще одна. И здесь тоже уже раскрыл листик, а этот еще не раскрыл. И сейчас замерю размер его. Размер выходит вот от кончика где-то 35 сантиметров лист, а этот, наверное, еще больше лист. Ой, воронку пробую. Да нет, где-то также 35 сантиметров. Красавчик. И заметила одну вещь. Это не блок, на чем он сидит. Здесь вот на видео плохо видно, но когда щупаешь, идет, видно, ризома. И она обернута корнями папоротника и мхом. И все это вот перевязано ниткой пластиковой. И вот так вот он растет. И вот здесь вот место примыкания его. Вот все закрыто вот как раз вот этим мхом. Откуда и растут корни. Растет, вот даже ко мне пришел очень активно. Ну вот сколько у меня дней? 5. Ну и рост где-то вырос на 5 сантиметров. Ну, может, это стресс, на дороге не рос. Но как такового блока нету. Достаточно вот все растение легкое, килограмма полтора, потому что он крупный. Сейчас покажу с этой стороны. Вот здесь тоже видно. Вот этот вот, скорее даже здесь, да, именно корни папоротника. Обернута ризома и замотана. И вот сколько я смотрела русских сайтов, как вот садить его. Но вот сделала для себя открытие, что так лучше всего его, оказывается, посадить. И вот есть еще второй пришел. Он поменьше, конечно, здесь просто лист и маленький ростик идет. А тоже посажен по этому же принципу. Здесь мне пришлось как бы соорудить такой блок внутри. Здесь триферн. А снаружи замотана мхом. И также вот здесь вот длинная ризома. Я ее замотала мхом и тоже привязала. И тоже получился блок очень легкий. И поливать его достаточно не страшно. Содержать это в влажном состоянии. Будет он отлично расти. Вот такой вот интересный бульбаш бекари. Красавец. Спасибо человеку, который помог приобрести его. Будем с ним дружить. Будет у меня красивым интерьерным растением. Он будет у меня висеть вот в этом углу, потому что очень много растений. Здесь ванильки, влажно. И я этот угол часто поливаю. И его буду также поливать. Спасибо за просмотр. Пока-пока.